Новогодний подарок для многодетной семьи сделали сегодня на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Липецкой области. Рядом с Николаем Загнойко сегодня сидела 5-летняя девочка Вика Бурцева. Ее родители, выпускники детских домов, воспитывают 5 детей. Живут в отдаленном селе в маленьком домике с печным отоплением. Средств не хватает. Внимание к проблемам малообеспеченной многодетной семьи привлекли липецкие волонтеры, организовав сбор помощи через социальную сеть. Привезли практически половину кроссовер, половину джипа, еды, гуманитарки, средств гигиены и химии. Ребята очень встретили радушно, не ожидали на самом деле. Домик маленький, но домик теплый, отапливаемый, собственно, печью, чисто. Я был удивлен, когда люди откликнулись о помощи, просто помогли нам. Конечно, удивлен, все были рады, и жена, и дети, все были просто рады. То, что помогают, вот, привезли, не оставили нас. Липецкие предприниматели подарили Бурцевым сертификат на приобретение детской мебели и пообещали взять над многодетной семьей своеобразное шефство. На заседании подчеркнули, нужно поддерживать подобные семьи, а если работать в связке власть общества, любые проблемы можно решить. Хотел бы, конечно, видеть свою семью не такой, как у меня было в детстве, не детский дом, ничего. Вот. Хотел бы сам все воспитывать, чтобы все были хорошо и рядышком, не разбросаны. Вот, и счастливы в первую очередь.